я скажу так, Савелий молодец, конечно, но я как максималист скажу так, прекрасная левая рука, но не дорабатывает ей, имеет преимущество в росте и не использует это, почему-то уходит куда-то вниз головой. Хочется видеть красивый бой, когда он чуть-чуть раньше боксировал тогда. Вот, и у него прекрасные ноги, у него прекрасная левая рука. Надо использовать это все в ринге, показывать класс. У него и так, вот я хочу сказать, 80 килограмм, он имеет свое как бы видение на бокс. И он показывает это прекрасно. Но хочется еще лучше. Великолепные ноги, надо их использовать. И вместе с рукой, с левой, можно все сделать одной левой рукой. Великолепно. Бой хороший, но где-то вот во втором раунде начал головой куда-то уходить тогда в средней дистанции. Я думаю, что это надо наоборот использовать. Это левый прямой и все. Вот он мне напоминает нашего великого боксера, да, Вячеслава Лемешева. И телосложение такое прекрасное и в такая весовая категория, как вот. Вот я думаю, что если бы вот так вот вы поставить его ровненько, я думаю, будет хорошо. Следующий бой у него с Расулом Алиевым, да. С которым у него, я так понимаю, отрицательный баланс. Отрицательный, да. Вот. Но я надеюсь, я думаю, что они настраиваются и будут сейчас настраиваться на этот бой. Если они правильно поставят тактическое и техническое мастерство, я думаю, что они могут выиграть. Просто здесь еще надо подразумевать психологию. Нарастроить себя, сделать так, чтобы это было так, как положено. Вот и все. Категория 80 килограмм – одна из самых интригующих. Здесь очень много претендентов на золото. Вы знаете, я даже очень благодарил Виктора Борисовича за то, что тяжеловесы показывают такой великолепные бои показывают. Вчерашние бои мы увидели с вами, позавчерашние 80 килограмм великолепные, понимаете? Просто раньше как-то было чуть помедленнее, они так медленнее, а сейчас и бьют, и двигаются. И двигаются лучше, чем 48. Это мы приятно настолько смотреть эти больших ребят. Раньше обычно вязались. Сейчас вот мы бой просмотрели с Адомой, да, и я вам хочу сказать, никто не вязался, бой был чисто боксерский, приятно смотреть на это.